Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Кучерова Олеся, и я живу в городе Калининграде. Сегодня мы познакомимся с удивительным сооружением, с юбилейным мостом. Первый мост был сооружен на этом месте в 1905 году, и назывался он Кайзербрюке, императорский мост. Мост был произведением искусства, и тогда архитекторы всех семи мостов хотели перещеголять друг друга в своем архитектурном искусстве. Императорский мост был еще и шикарным по обрамлению, поскольку это стало самой первой достопримечательностью этого уголка Кёнигсберга, и вокруг такого торжественного моста забурлила жизнь, и со временем район превратился уже в фешенебельный, и уже горожане с удовольствием прогуливались по нему и сидели в кафе и общались между собой. После Второй мировой войны опоры моста стояли еще до 2004 года, а в 2005 году на этом самом месте состоялась встреча трех президентов – Владимира Путина, Жака Ширака и президента Германии Шрёдера. А прошла эта встреча в рамках празднования 750-летия нашего города. Благодаря этому празднику был воссоздан юбилейный мост архитектором Александром Башиным и также мостовой домик, находящийся неподалеку. Там сидел человек, который отвечал за разводные механизмы. Все мосты были в Кёнигсберге разводными. На сегодняшний день это единственный разводной мост. Из изменений произошло то, что мост стал уже, всего лишь 6 метров вместо 11. В обрамлении решеток, как правило, используется исторический кёнигсбергский рисунок того самого королевского моста или императорского. Для того, чтобы проверить прочность моста, на него загнали два КАМАЗа, каждый из которых весил по 8 тонн. И, конечно же, мост выдержал эту проверку. Это был единственный случай, когда по мосту проехали автомобили. Сейчас это единственный пешеходный мост нашего города, и мы приглашаем вас по нему прогуляться. Добро пожаловать в самый красивый город России – Калининград!